Это мы про погоду. Красота красотенная. Но мороз, собака, мороз. Холодно вообще, капец. На улице минус 15. А мы выдвинулись куда? Аккуратней, Сережа, это не шуточки. А мы выдвинулись в бургер. Главное... Скользко. Да, очень скользко. Я вот здесь, кстати, бахнулась. Здесь же типа ступеньки, видишь, сделали? Да. Я, короче, как навернулась, блин. Сейчас чуть опять не... Лучше об этом не вспоминать, нафиг надо. Ну, конечно, но холодно. Да, очень холодно. Хоть и дома я приготовила курицу, котлеты есть, колбаски. Да до хрена всего есть. Да, картошка, пюре, гречка. Нам надо, нужно срочно попробовать А4. А, Влада А4, набор, да, вот этот? Ага, а Серега попробовал, понял, что хрень собачья. И говорит, я лучше 6 за 300. Короче, идем в бургер есть. Да. Я в этом году даже это... Гирлянды не развешивала. Тут кто-то заморочился, видал? Да. С Новым годом. Обалдеть, такая надпись. Ага, да? Да, красиво. Отсюда не видно. А вот эти елки еще просто как искусственные стоят. Смотри, mm-hmm. Да? Очень красиво. Жалко, камера не передает. Смотрите, только недавно мы поговорили. Вот, каток залили. Правда, я не знаю, в минус 15 кататься. А там у вас есть длинные сухари. А? Есть. Есть. Угу. Он катается, детки. Не надо хвалить. Все, мы дошли. Заходим. О, все. Мы пришли. А, да. Мы по карте же будем. А это как у него? Пойдем столик займем? Пойдем. Пойдем столик займем, Сереж. Да, давай где-нибудь здесь, ага. Или это он уже нет, или уже все? Мне кажется, это уже все. Ну, давай мне все равно, давай здесь, а то мы все время там. Это, снимай шапку, раздевайся. Да, хорошо, что ты в шубе поехала, да? Лучше потом одеть в тоненькую кофточку, когда будет тепло, чем дубарил сейчас. Я сняла. Да-да-да. Сейчас пока не дошли, у меня... Да. Так, В78. Ждем. А касса вон, иди заказывай. Касса вон она. Да, конечно. Серега говорит, что у него такая же прическа. А, кстати, мы сегодня пошли с Серегой вот это к врачу. И врачиха такая говорит: ой, какая у тебя кофточка суперская. А какая прическа суперская, какой ты молодец. А это, говорит, и кофта какая. Я говорю, да, я говорю, Серега молодец. Он же кофту за свои деньги покупал. За 2700, помнишь, да, или 800, или 800. Вот, а прическа, говорю, это я молодец. Я говорю, мы с тобой молодцы. Ну, потому что я же его подстригла, да, Серега. Я говорю, мы с тобой молодцы. Ты себе кофточку купил, я тебя подстригла. Экономная сырья. Угу. Санюха себе взяла бокс Влада А4, давай. Открываем патч от Влада А4. И что же там? Вроде другое. Серега, вот. А Серега в прошлый раз у него было 24 часа. А у него. А у меня в прошлый раз Соня была. Не, не Соня у тебя было. У тебя что-то другое было. Нет, что ты врешь-то? Ну мне это какое. Прикольно. А ты куда хочешь наклеить? Ну и обратно его тогда положи, потом приклеишь. Серега он себе на этот. На телефон наклеил. У меня был этот какого. А что там еще? Какого? Ты чего выбрала там? Картошка и, да? И бургер, да? А мама что там берет себе, да? Да. Тебе быстрее дали? Да. Макдональдс вкуснее. Макдональдс. Ну да. Ну и потом в Москве вкуснее, чем здесь, да? Ой, поверь мне. Ого. Тетя Ира гуляет. Нельзя снимать, это запрещено. Во-вторых, надо пиво. Там по-другому никак. Там только вот подлабор. Ну, он Илюха сейчас выпьет. Не, не пью.
Кисло-сладкий. Не, я пиво терпеть не могу, фу. Оно горькое, кислое, прям вообще. Такая дренюка. Если был бы дядя Андрей, он бы выпил. За секунду. Да. Нет, потому что... Вон, я даже что-то дядя Андрею купила и подарок. Просто, даже не нужно подносить, он просто... Все. Господи, хорошо, что я была в другой стороне, да? А ты себе какой напиток взяла? Я поздравляю тебя с другой. Я папе... Я Андрею, знаешь, какую футболку купила? Пивозавр. А, ты смотрела? Ну вот. Я ему купил, думаю, ему зайдет. Это как раз его тема. Пивозавр. Ну, еще купил там этот. Сколько будет книги кисло-сладкого чирения для терияки? Вот прям не хватает, реально. Терияки это в KFC. Кисло-сладкий чирь тоже в KFC. И в Макдональдсе. А Бургер Кинги почему-то их нет, хотя они самые классные. Ну, не знаю. На любителя. Мне нравится еще в Макдональдсе сладкие чили. Да. Тоже прикольный. Он как бы сладкий. А мне здесь нравится пармиджана. Обожаю этот соус. Вот сегодня мы даже чипсы ели пармиджана. Картошку вот эту. Сегодня, да. А? Пармезан. Да, да, пармиджан. Просто называется пармиджан, а так это пармезан. Сыр тоже. Карри такой по вкусу. Ты себе наггетс еще? Нет, это луковые кольца. Ты себе лук... У меня еще чипсы остались. У меня еще чипсы остались, я их еще не... Хочешь, я тебе наггетсов дам? У меня вот есть. Не, я кольца поеду. Давай мне, давай. Так, слышь, ты свою съешь сначала. На. На, Ириш, тебе один. Спасибо. Пожалуйста. У тебя свои есть, ты еще свои не съел. В том кулечке что? Где? В этом? Лонг чикен. Это... А, ну, типа чизбургер, только лонг. Да, длинный, длинный. Чуть больше. Я помню, я выбрала, когда вот это... Там же вот это... KFC. Да? Нет, в Макдональдсе. Ей досталось Серега. Я говорю, тебе бы это выпало бы, вообще было прикольно. С них достался Серега. Как я. Угу. Серега, да, делал? Это не я. Я думал, Соня. Ты что, лоботомию сделал, что? Нет. Что ты не помнишь ничего? Ну, блин, не бог со семенами. И там в наборе два соуса дают? Нет, это я отдельно спрашиваю. В наборе соус вообще. Вообще, прикинь, колечко съел и все. Я люблю, чтобы повлажнее было. Да, я когда соус, моя мама берет туда, хоп, и соуса нету. Как Илья? Я, у меня вон, я уже съел килограмм. Потому что тебе больше не купили. У тебя вариантов нет. Почему ты дерешь, сказал, что набери? Ну ты же не знал. Знал, я взял. Меня потом забрали. Ну это не важно. Ну, мне двойные луковые кольца. Серега у Илюхи забрал луковые кольца. Ну, что, дайте мне один луковое колечко. Серега, откусил, он дал. Когда просят, надо давать новые, а не откусанные. Да? А то откусил так. На, держи. Вон, мне чатир дала. Не, я бургер здесь не буду есть. Я боюсь свою толстовку испачкать. Дай бог. У тебя есть? Нет, это я дома съем. Дома меня соблазняют. В бургере что? Котлета. В этом соус какой? Да никакой, там кетчуп, горчица и майонез, наверное. Где? Ну, в бургере в этом. Горчица это правильно. Нагрелся вкуснее. Ты же горчицу не вытаскивала из рецепта? Да у меня вообще без соуса было. А, что, у тебя там вообще ничего нету? Кетчуп. Я убрала кетчуп. Значит, в майонез. Нет кетчупа, а майонез. Ну да. Может, ну и что, твоя мама уже хитрая, она знает, что ты не доешь. По рецепту, да? Ну да. Да нет, кому-то что-то невкусно. Не, я просто к тому, что ты
говорит, что Соня всегда не доедает, и ты за ней доедаешь, да? Я говорю, а у меня, к сожалению... Я уверена, что бургеры она не доедает. А-а-а. Если бы было KFC, она бы все съела. А у меня, к сожалению, все доедают, еще и могут мою сожрать. Конечно. Да? Да. Конечно. Я всегда не доедаю, вам отдаю. Ну, твой кофе я вам, блин, отдал. Да просто ты их не ешь. Лайфхак, как... Ну, сука, тебе 15 рублей на мусор. Тихо. Берем картошку и кидаем пиво. Пиво? Не надо. Алкоголь. Оно безалкогольное, оно ноль, вон, иди посмотри, да. Оно нулевое. А мама все равно. Мой голос меняется, меня раздражает. Нет, ноль, это когда вообще нет алкоголя, оно безалкогольное. Тут я просто вкус. Вкус пива. Но ты ненавидишь пьяных людей, ненавидишь пьяного Костю. Но когда напьешь, он белку постоянно ловит. Кто? Костя. Как выпьет, постоянно белку ловит. Вот нет такого момента. Ну, значит, это сколько надо выпить? У него есть либо он не пил, либо выпил чуть-чуть, либо следующий состоит сразу белка. Ну это уже вообще. Какой белка? Ну это когда уже прям совсем перепьют и начинают фигню вообще просто. Там прокожим докапываться, еще как-то потеряться можно где-то утром прийти. Господи, где его только нет, да? Везде он, да? Смотрите, у нас весь стол. Не знаю, ну знаешь, контракт заключил именно с бургером. Понятно. Уже почти все доели. Я в опер не съела. Дома съем. А мне KFC больше всех нравится. Потому что там. Потому что я люблю острое, а там можно как раз остренькое заказать. Поэтому мне KFC больше всех и нравится. Идем после бургера за семками. Серега все тут балуется. Балуется. Деревья очень красивые. Но дубарь конкретно. Да, еще и офигенно, еще очень красиво. Ага. Под фонарем вообще смотрится просто как сказка. Красиво. Да? Очень красиво.